Ксения Финакова – переводчица с китайского, а по совместительству – художница. Девушка уже была героиней нашего материала. В этот раз Ксения подготовила новую экспозицию для наших военных. Акварель, акрил, масляные краски. Ксения экспериментирует с материалами, фактурами и техниками. Картина «Такой маленький, а уже король» повествует о мальчике Алёше. 8-летний патриот живет в Белгородской области. Он выходит поприветствовать русских военных. Этот мальчик с флагом выбегал и встречал парней. Неумелой детской ручкой отдавал им честь, делал это с душой и стал звездой. И сейчас появляются новые видео, где мальчики тоже такие смелые. Что так можно? А я тоже хочу, я тоже могу. Вот я хочу написать его портретик. Портрет друга из Осетии с выразительным взглядом продолжил сюжетную линию. Картины поедут вместе с гуманитарным траншем, организованным Народным фронтом. Во фронтовом штабе собрано все необходимое – маскировочные сети, продукты, в том числе мед и консервы. Есть также лобовые и боковые стекла для УАЗов. Не забыли и о теплых вещах, ведь холода не за горами. Из финансовых средств, которые поступают к нам, основной упор делаем, конечно, на приобретение это дроны, это ноутбуки, компьютеры, вот. И те инструменты, которые необходимы, вот, допустим, для МРОЦ мы приобретали уникальные вещи, как то специальный сварочный аппарат, который соединяет вот эти узлы и детали, которые используются у связистов. Напомним, гуманитарные миссии входят в проект «Все для победы». Чтобы внести вклад в благородное дело, необходимо связаться с активистами Народного фронта. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.